Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал. Продолжаем наше приключение по Нью-Вегасу пока что. И надеюсь, в скором времени мы сможем отправиться в столичную пустошь, посмотреть, как там дела. Но для начала нам надо разобраться с Бенни. А еще лучше поторговать. Воу-воу-воу-воу-воу, не надо на меня направлять оружие. Я просто хочу посмотреть, чем ты торгуешь. Так, что у нас тут есть? Лазерный пистолет. У меня тоже есть лазерный пистолет. Нет, у меня нет лазерного пистолета. Я его продал. У меня есть плазменный пистолет. Ладно. В общем, из оружия у тебя ничего интересного нет. Из помощи, что у тебя есть? Водичка у тебя есть. Так. Всякое разное. Ого. Затвор для снайперской винтовки 50-го калибра. Крутая вещь. У меня денег даже столько нет. Сколько это стоит? Так, микроядерные батареи. Микроядерные батареи я куплю. А что бы тебе вместо этого продать? В принципе, мне все из этого нужно. Кожаную броню я решил пока оставить на всякий случай, потому что если та сломается, то мы останемся голые. Это будет плохо. В принципе, продать-то особо нечего. Отмычек можно немножко продать, потому что это мы все равно вскрываем только те замки, которые можем вскрыть. Поэтому давайте, наверное, хотя бы штук 9 отмычек продадим. Хоть немножко сэкономить можно, да? Так, но здесь особенно экономить-то не на чем. 357 калибра у нее нету, есть 308, всего 3 штуки. Совсем этого, совсем мало. В общем-то, атомный коктейль, противоядие. Все это, наверное, нужно оставить, потому что все это нам может пригодиться. Стимпаки. Медикс. Вода. Давайте посмотрим, что у нас с водой. Так, вода. Значит, должна же быть грязная вода где-то. Я всю грязную воду выпил, что ли? Осталось только чистая. 6 бутылок чистой воды осталось. Ну ладно. Пусть будет как будет. Фиг с ней. Так, ну вот у нас еще одни ворота фрисайда. Тут кругом НКРовцы эти так хорошо экипированные, что, в общем, я не вижу ни малейшей возможности как-то с ними тут связаться. Пытаться что-то как-то хоть немного нарушить порядок здесь уже не выйдет. Я предполагаю, что для того, чтобы попасть в столичную пустошь, нам понадобится порядочно разного барахла и навыков тоже. Поэтому возможно, что мы тут застряли надолго. Что у тебя с лицом? Тени какие-то странные. Ладно, а ты кто? Если, говорит, хочешь безопасно путешествовать по фрисайду, то за 150 крышек нанимаешь одного из банды королей, и они тебя проведут. Да не, я не думаю, что мне понадобится. Наверное, говорит, ты новенький. Ты, говорит, ты еще передумаешь. Ну ладно, я думаю, что мы это сами здесь описать можем. Давайте перекусим. Флаг последователя апокалипсиса. Не думаю, что нам стоит к ним заходить. В принципе, у нас там, нам там делать нечего. У них можно прикупить медицины, но у нас денег нет, так что... Так, где у нас? Вот игуана на палочке. И, не знаю, нюка-колу пить как-то не хочется. Давайте просто воды попьем чистой. Немножко хотя бы жажду утолить. Так, что у нас сейчас за оружие? У нас сейчас вармент взят. Ну, хорошо. Так, старый форт он у нас не хочет отметить? Вот этот мормонский форт. Нет, не хочет отметить. Ну, ладно. Я думал, что это, может быть, отмечаться должно. Полоумные дети бегают. Так, вот у нас
почтовый ящик. Да, к Мику и Ральфу надо зайти, давайте заглянем, просто полюбопытствовать, что они там продают. Местные жители. Ты кто такой? Ты кто такой? Почему ты в силовой броне? Господи, что с тобой не так? Косяк. 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 Ладно, сделаем вид, что этого не было. Но я 100 пудов знаю, из-за чего здесь проблема. Я знаю, что за мод вызывает эту проблему. Да, ты местный алкаш, все с тобой понятно. Куча детей. Это другой выход, его мы уже видели. Ну, а Мик и Ральф здесь. Соответственно, можно было бы взять силовую броню и продать ее, но мы сделаем вид, что мы ее просто не видели. То есть вы видели, да, у него была обычная одежда. Он должен был с кулаками на нас броситься, вместо этого на нем проспавнилась дополнительная силовая броня. Он ее одел и кинулся на нас. То есть вместо оружия проспавнилась силовая броня. Я знаю, что за мод с этим играется. Ладно, Ральф. Да, я... Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Так. Вода, гидра. Гидра очень полезная вещь. Еще что-нибудь предлагаешь? Только если король одобрит, ага. А кто такой король? Не слыхала о короле? Ты, наверное, из-под камня откуда-то. Вот мы увидели, да, одного из его бандитов. Он контролирует насосы с водой. Ну, все понятно. То есть, по сути, королем он называется не просто так. Да, но у них тут реально полно всякого барахла. А ты стал быть Мик. Ну да, что у тебя, а у тебя есть что-нибудь особенное? Why? You work for one of the casinos? Ты что, говорит, на казино работаешь? Ну, у нас вообще-то я не работаю на казино. Я не работаю на казино, но он нам не поверит. All of my guns are special. If anything catches your eye, let me know. Понятно, он нам не поверил. Говорит, все мое оружие особенное. Have a look. Давай посмотрим, что ты предлагаешь. Вот у этого парня есть то, что нам нужно. У него есть патроны 357 калибра. Это, значит, магнум наш. Я думаю, что штук 20 мы купим. И, в принципе... У нас есть вот этот револьвер, который по-хорошему можно было бы... Посмотрите, какой у него здоровенный выбор. А что-нибудь... Ух. Неплохой выбор. Очень неплохой. О, признайте власть короля Мантисов. Коготь Мантиса какой-то. Это перчатка. Замечательно. Катаны. Прикольно. Так. 12,7. Ну, так, за такие деньги еще и, да, много всякого здесь интересного барахла. Но все это нам не по карману.
И комбинезоны убежище номер 3. Понятно. Ну, патронов 5,56 у нас уже достаточно много. И теперь у нас будет достаточно много патронов и остальных. Ладно. Можешь мне что-нибудь починить? Я бы предпочел, чтобы он починил мне... Неплохо, он может починить, у него хороший навык, 75, но это будет стоить нам 880 крышек, это очень дорого. Но просить его чинить мачете и шлем. Ну, хотя шлем за 6 крышек, может, пусть и починят. Я чувствую, что со шлемом мы еще надолго. Ладно. Ладно, прибарахлились. Теперь у нас достаточно всего. Я думаю, что по городу будем ходить, наверное, все-таки с пистолетом, а не с варментом. Оу-оу-оу. Вот этот парень проспавнился как надо. У него кувалды и обычная одежда. Валда добавляет навык медицины. Наша броня получше. Бандана, которая добавляет восприятие. А наш шлем... Наш шлем... Где наш шлем? Шлем, во всяком случае, добавляет нам сопротивление урону. Давайте возьмем бандану, попробуем померить бандану, если мы будем совсем глупо смотреться. Ну, такой стиль. Забавный стиль. Нет, что-то не смотрится как-то. С мотоциклетным шлемом как-то повеселей. Позабавней. Ладно. Ну что ж, пойдемте тогда искать короля, потому что очевидно, что он здесь всем заправляет. Здесь полно-полно всяких бандитов, так что держать надо ухо востро. Это не та кнопка. Почему-то у него 5 патронов. Кстати, ну-ка. Смотрите, барабана нет. Где оружие? О! Теперь барабан есть. Теперь сейчас мы сделаем вот так анимации, проверим. Вот, барабан на месте. То есть у меня во время перезарядки забаговался барабан, а теперь все на месте. Ладно, давайте сначала сходим к крану, потому что я знаю, где он находится. Там у нас будет стоять король, один из банды королей. И... Он нам не позволит, по идее, набрать воду. А может, позволит, да, сейчас мы с ним поболтаем. Да-да-да, я уже уловил. Так, платить. Ну и сколько? 10 крышек. Don't get wise. We charge per use, so make that first drink worth the caps. Вот, и теперь мы будем пить. Просто присосемся. Вообще, нам уже больше совсем не хочется, но я все равно буду пить. Если он меня не остановит. Похоже, он не остановит. Но видите, уже красным горит, то есть дальше уже пить типа нельзя. Слушай, а воды купить можно? Купить можно. У него вода так, по такой же цене, как и везде, что, ну, что очень странно. Мне кажется, я знаю почему. Кажется, я забыл настроить один из модов. Да,
Он выключен просто-напросто. Экономика выключена. В принципе, здесь я ничего пока не буду трогать. Нет, это все нам не нужно, потому что за это у нас отвечает проект Невада и все остальное. Так, тут у нас все на месте. Dynavision вроде тоже все на месте. Нет, не все на месте. Так, подождите. Нужно сделать блюр низкий. Вот что нужно сделать. Кажется, все. И сделаем сохранение. Так. Теперь, когда мы на него смотрим, да, быстро фокусируется и все остальное размывается не так сильно. Меня устраивает. А то был прям резко. Ну так, к столбу подходишь, и вокруг внезапно ничего не видно. А теперь он хотя бы реагирует не так остро. Ладно. Давайте пройдем дальше. Есть мод, который позволяет, убирает вот эти двери. То есть у вас будет один большой стрип и фрисайд. Но он, во-первых, бьет по производительности. Во-вторых, требует кучу патчей совместимости. Поэтому я предпочел просто, ну, подумаешь, один загрузочный экран. Ничего страшного. Так. Понятно. Так, ну здесь у нас, видимо, обитают короли. Нетрудно догадаться, что это за школа актерского мастерства имени короля. Несложно догадаться, особенно посмотреть на их прически. Серебряная лихорадка. Девушки. Ты какая-то стрёмная. Так, ну это значит у нас атомный ковбой. А это у нас серебряная лихорадка. Ну, у нас денег-то особо нет. Так что заходить к ним туда нам особо не с чем. А нам нужны крышки, так что давайте зайдем хотя бы в атомного ковбоя. Может быть, тут какой-то работы найдем. Конечно, найдем. Именно поэтому я туда и иду. Вот, ну. Буду пытаться хотя бы иногда прикидываться. Так, окей. У вас тут валяется барахло всякое. Так, Фрэнсин Гарретт, здрасте. Комната, да, работа какая-нибудь нужна. Так, раньше они разрешали клиентам играть в долг. Ну а теперь, в общем, им не вернули некоторые игроки выигрыш. Ну не выигрыш, а там, сколько занимали. Соответственно, нужно теперь вытрясти из них деньги. Да, в принципе, мне даже плевать, могу и поубивать. О, да. А можно в кого-нибудь пострелять? Потому что я очень хочу в кого-нибудь пострелять. Она говорит, я предпочла не, чтобы ты никого не убивал, а то с трупа деньги не стрясешь. О, сначала получить деньги, а потом мне плевать, что с ними произойдет. Ладно, ну хорошо. В чем мои преимущества? 25% с каждой сделки. И еще сверху 150, если мы все из всех сможем вытрясти деньги. Ну, окей, договорились. Типа мы можем попытаться сторговаться с ней как-то или убедить ее, но у нас не хватает навыков, поэтому, как я уже говорил. Так. Значит, Грекс, Сантьяго и Леди Джей. Так, кто такой Грекс?
Ага, у него что, у него, значит, глаз косит. Это ему, ну, если ничего не скажешь ему про глаз, то он вроде нормальный, не слетает с катушек. Так, ладно, а Леди Джейн, она 250 должна. She's just another dirtbag NCR prospector. I'm not sure where to find her. I hear she's run goods for the followers of the apocalypse in the past, but other locals might know more. She owes us 250 caps. Да, понятно. Значит, где-то у последователей апокалипсиса нужно будет искать. Так что мы все равно пойдем в форт, так и как ни крути. А Сантьяго это кто? Сантьяго is a suave son of a bitch, but ага, такой уверткий парень. Но на самом деле трусишка. Окей, ладно. Они на самом деле, каждый из этих персонажей, они достаточно любопытные. Можно поиграть, но у нас особо денег нет. Да и... В общем-то, все остальные их услуги сомнительные, скажем так. Нам тоже особо не по карману. Так, ладно, Джеймс. Они близнецы. Брат с сестрой близнецы. Можно попытаться повысить себе репутацию во Фрисайде. Нужна какая-то работа. У него тоже есть для задания. Ага, говорит, некоторые клиенты богатые, у них очень специальные такие потребности по части эскорта, если вы понимаете, о чем здесь идет речь. А, ну и что же за такие извращения-то? Так, одному нравятся гули и ковбои. Так что ему нужен гуль-ковбой. Так, кто-то хочет поискать милаху, который будет потакать. А другие хотят секс-робота. Так, понятно, в общем. Нам нужен... Сладкий, один сладкий мальчик, гуль-ковбой и секс-робот. Ну, я... По меньшей мере, по сотне за каждого. Ну, хорошо, я посмотрю. Так. А где мне секс-бота искать? Да, к Нику и Ральфу. Понятно. Ну, в общем, естественно, они главные торгаши в округе, наверняка в курсе. Ладно. Что-то тут у вас как-то тихо. Правда, сейчас середина дня, что и неудивительно. Ладно. Ладно, ладно. Давайте посмотрим на карте, где все это находится. Значит, что у нас за квесты? Собрать долги. Давайте посмотрим. Значит, все они находятся в пределах Фрисайда. Здесь у нас... Так. В ту сторону. Вот кто-то, по-моему, находится прямо здесь. Так что давайте мы посмотрим. Прогружается наш фрисайд. Смотреть в оба надо, чтобы никто тут у нас не выскочил с подворотни. Так, ну тут у нас уже стрип. И, видимо, туда просто так не пройти. Он хорошо охраняется, судя по всему. Так, старый Бен. Ты, говорит, выглядишь здесь как новичок, так что я тебе дам совет. Типа, не пытайся пройти мимо секретронов, пока не пообщаешься с ними. Спасибо за совет, а ты кто? Старый Бен. Я, говорит, с детства. Живу здесь, на Фрисайде. А в чем проблема? Да, почему мне нельзя пройти?
Они запрограммированы просто аннигилировать каждого, кто пытается силой прорваться без авторизации. То есть нам нужно как-то получить еще одобрение системы на проход. А Бенни, как мы знаем, на стрипе, так что... Вообще, вот интересно, я же скипнул огромную часть квеста. Интересно, я сам вот, я так делал первый раз, и хочу попытаться понять, это сработает или нет. Ну окей. Так, может, ты о себе расскажешь? Я, говорит, чем только не здесь не занимался. Был курьером, мясником, зазывалой, проституткой, наемником, всем подряд. И я не всем этим горжусь, но, типа, это все был опыт. Но я курьером, да я тоже был курьером, пока... Да я и до сих пор курьер, вот, пока в голову мне не выстрелили. Вот, говорит, поэтому я и отказался от той работы. Слишком много разных стрёмных персонажей, которые пытаются найти кого-то, кто выполнит для них грязную работенку. Мясник? Ну, с мясником-то все понятно, наверное. Эскорт? Это типа как легковооруженный охранник? Нет, не совсем. Говорит, можно и так на это взглянуть. Я, говорит, был очень горячим парнем. То есть тебе платили за интим? Ну да, говорит, платили. Я, говорит, очень хорош был. Но через какое-то время почувствовал себя куском мяса. О, ты еще был и наемником. Да, после того, как я... То есть нормально, да, так он себе, будучи проституткой, он себе заработал на портупею и пистолет. Это все, на что он заработал. Прикольно. Но зато, вот, будучи уже наемником, он заработал достаточно, и у него теперь хватает на спокойную пенсию, поэтому он здесь и ошивается весь день. Понятно, но давай поговорим о чем-нибудь еще. Не хотел бы ты поработать на Гарретов? Хотел бы? Интересно, ладно. О, вот этот парень явно не получил совет. Ну, знаете, реакция что-то у секьюритронов не очень. Хочу кое-что проверить. А, черт. Две тысячи крышек нужно. Зачем проверка кредитоспособности? Причем нужен либо паспорт, либо подтверждение платежеспособности. Таким образом, будет подтверждено, что я иду на стрип, не просто бродяжничать. На прорыв! А, закрыто! Не попали, не попали, не попали, не попали, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну хорошо, ладно, попали, ладно, больно мне, уговорили. Так, все, я уж... так. Дело плохо. Так, ладно, ну, с одним я справился, на удивление. Хорошо, что у них нет ракет. Есть импак. А, больно.
Там еще один. Ой-ой-ой-ой, больно, совсем больно. Плохо, что мне две ноги ранило. Так. Так. Ну, я удивлен, что все это сработало. Давайте посмотрим. Значит, ключ мы нашли, патроны, которые там не особо пригодятся. Все остальное, всем остальным плевать попросту на это. А, так, еще ключ. Так. Хорошо. Еще ключ. А наверх к этим чувакам как-нибудь попасть можно? Вообще, нам бы для начала было бы неплохо как-то... как-то себя починить. У нас должен быть где-то... гидра должна быть где-то, по идее. Гидры нету. Плохо. Значит, мы просто используем саквояж, чтобы восстановить все конечности, но первое же ранение нас лишит этой возможности. Ладно. Так, вот ты парень. У этого парня ничего здесь не было. А, вот здесь можно наверх попасть. Ладно, давайте посмотрим, что у них было. Ну, я предполагаю, что у них тоже только патроны. Ключ, да, и патроны, и больше ничего. Ну, весь фрисайд должен нам теперь быть благодарен за то, что мы тут такой беспорядок навели. Прикиньте, я сейчас ногу бы сломал себе. Будет интересно, если окажется сейчас, что весь стрип на нас ополчился. Но я думаю, что вряд ли. Не должны. Типа, я ж прошел. Я сам удивлен, если честно. То есть, эта броня реально нам спасла жизнь. Ну, всем плевать. О, Виктор, привет. Ха, значит, все-таки не нужно выполнять все те части квеста. Можно сразу идти. Что ты здесь делаешь? Да, самое главное в Нью-Вегасе, мистер Хаус. Хочет, говорит, с тобой поболтать. Отправляйся в Лаки 38. Ну, хорошо, я приду. Он, небось, недоволен крайне будет тем, что я перебил всех... всех его секретронов на входе. Опять о безопасности вы говорите. Я смогу за себя постоять, только что разобрался со всеми секретронами на входе. Понятно, он предлагает нам оружие, которое можно скрытно пронести в казино, которое стража не найдет. Да... ну, давай посмотрим. Кастеты, всякие ножики. Но, в принципе, у меня у самого есть такой револьвер, так что меня все устраивает. Нет, дружище. Давайте прикинем, что из оружия мы могли бы пронести. Ну, лазерную винтовку и вармент мы вряд ли сможем пронести, равно как и карабин. Но вот револьвер, я думаю, револьвер, может быть, даже мачете нам удастся протащить. Ладно, Гамора. В Гамору мы, наверное, потом зайдем как-нибудь. Похоже, что все, кого мы ищем, находятся не здесь. Ладно, давайте на этом закончим серию, а в следующей продолжим.
Спасибо, что смотрели. Всем пока.